Экспортерам будут компенсировать до четверти затрат на перевозку за рубеж сельскохозяйственного сырья и продуктов. Программу запустило Министерство сельского хозяйства России совместно с Российским экспортным центром. На эти цели выделили 6 миллиардов рублей. Прием заявок стартует завтра и продлится до 1 ноября. Для того, чтобы получить субсидию, предприниматель должен оставить заявку на платформе «Мой экспорт». Мера поддержки будет распространяться на поставки товаров в третьем и четвертом кварталах прошлого года или запланированные на первый и второй кварталы текущего. Заявитель не должен иметь долгов по налогам и обязательным платежам. Там есть постановление, соответственно, там есть и живые животные, там есть и различные продукты питания, и в том числе желатины, масла какие-то, продукты для кормления животных. Ну, достаточно широкий спектр там. Как таковых ограничений нет. Единственное, есть там ограничения, связанные с тем, что это три вида транспорта. Это ЖД-транспорт, автотранспорт и водный транспорт. Соответственно, есть еще ограничения по кодам ТНВЭТ. В прошлом году агропредприятия республики отправили за рубеж 400 тысяч тонн продукции на 280 миллионов долларов. Львиная доля экспорта пришлась на Иран, Турцию, Казахстан, Китай и Белоруссию.